всем, дорогие мои. Надо вставать. Времени 8. Обещала Палычу с утра кашки рисовой сварить. Пойду. Ой. Мультиварочку поставлю. Надо рис взять. Где-то здесь. А где-то здесь должен быть рис. Ой. Так, это не то. Это не один рис у меня. Там, что ли? Горяча. А, рис на кухне, что ли? Вот он. Ля-ля-ля-ля-ля. Ой, пахнет вкусненько. Пахнет вкусненько. Ай-о-о-о. Что-то Палыч тут уже. О, наварганил с утра. Что? Да. Супчик он хотел сегодня грибной сварить. Ну-ка, сейчас выкуся, посмотрим. Какой-то он вовсе и не грибной. Обманул. Обманул Палыч. Сварил какой-то бармишелевый. Обманул, запутал. Говорил, грибного сварю. Обманщик. Старый барабанщик. Вкусеньки. Ой, блин, хотела сахар померить. А уже супчик попробовала. Вот такая вот я. Вот из той тушенки сварил, которую... Попутанную-то он купил. Вроде тоже ничего, но вид-то такая была, уж она в банке-то какая-то непонятная. Угу. Ну, ладненько. Палыч мне свой долг отдал. Теперь я ему свой долг кашей верну. Отомщу кашей Палычу. Ну что, Палыч, где вчера обещанное мне? М? Где? Шо? Где обещанное мне вчера? Шо? Шо? Я сегодня тебе отомщу. Отомщу тебе. И месть моя, мстя моя будет страшна. Где обещанный грибной супчик, Палыч? А? Где обещанный грибной супчик? Бармишелевый, смотрю, сварил. Ты молчишь? Испугался? Растворились грибы в вермишели. Растворились грибы в вермишели. И превратились в тушеные консервы, да, в тушеночку превратились? Да. Ясно. Ясно, вкусненький я попробовала. Я тебе мщу рисовой кашкой. Ой, синий хазас. Ставила кашечку, все быстренько сварится к завтраку. Как раз я не завтракаю. Ну, так я знаю, что ты кашку сегодня ждешь, я пораньше встала. Так что... А раньше это в 5 часов, а не полдевятого. Да? Ясно. Пораньше это ты супчик сварил, да? Да. Ну ладно, я уж не могу так. Я вчера легла, потому что почти в 2. В 6 часов начал варить. Кто там? Думаешь, уже я сбежала куда-нибудь? Ой, спина устала. Это все чистил? Столько времени? Берющий снег-то вообще тяжелющий. Это все столько времени ты чистил? Да немножко посидел в машине. Ну в том плане, что не ездил никуда. Никуда. Я уж думаю, куда ты умотался? Думаю, опять без меня на дачу уехал, хотела уж тебе... Нет, ты что на даче, там сядешь. Люлей опять вставить. Это столько снегу, да? Блин, да никто не чистит рядом. Конечно, тут уехал, да, танк-то? Уехал. А сзади? Спереди как стояла, так и стоит машина. Слушай. Уехала, да? Ну, этот на работу уехал. Ну да. Бронетранспортер-то. Да. Ну ладно, раздевайся, обедать будем. Не, я не хочу есть. Столько каши было нагрохано. Ну так ведь сколько ты ел? Ну, в 11, а времени сколько сейчас? Повесь сушиться. Сейчас посмотрю, сколько времени. Давай. Время около часа. Вымочил. 2 часа прошло, все, я вообще не хочу. Ну, хорошечно. Проверила, все работает, все горит.
И духовка, и все зажигается, все поджигается. И вода в ванной течет. И вода в ванной течет, да. Придется, наверное, мяско замариновать. Духовочки можно приготовить. Да, маленькую купить. Маленькую купить? Так что ладно, все сделали, все хорошо. Палыч обедать отказался, времени второй час, а я хочу пообедать, потому что я кашки съела всего там 1,5 ложки. Даже чай не пила сегодня с ремонтом этой плиты. Так что супчику я себе сейчас положу со сметанкой. Пару поварёшечек. Вот так вот. Сметаночку достану. Всем приятного аппетита, ребята. Гелевые ручки, сейчас подам Палыч. Кроссворд пошел обгадывать. Чаечку хочу теперь попить. С лимончиком и зефиром питерским. И булку с маслом намазала. Масло брали вот Тарнага Вологодское. Ну, неплохое, скажу, масло. Не совсем уж прямо так, что прямо уж супер-пупер. 72,5%. Вообще желательно бы, чтобы масло, масло настоящее, 82,5% должно быть. Раньше по ГОСТу не допускалось ничего другого. Потому что я товаровед. Я знаю все эти ГОСТы. Время к ужину. Палыч жарит опять навашку. Хотела мяско замариновать, но думаю, нет, рыбки что-то хочется. Навашка опять жарить. Костя, 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 будем ужинать сейчас. Можете готовить на стол. Через 5 минут готовая рыба. Что вы говорите? Палыч наворачивает с кашей. А я с капустой. Всем приятного аппетита, ребята. Ой! Такая вкусная, такая хрустящая, да, такая жаристая. Я уже рыбинку съела. Ой, очень вкусно. Палыч нажарил рыбку. Ну, очень вкусно. Ну что? Принимаюсь за сырники. Хороший творог, не кислый. Там много. Поменьше взять пакетик. Очень много. Так. Кладу песок. Яйцо. Не вареная ли у меня? Нет, не вареная. Но такое крепкое. Обалдеть. Яйцо. И в любое блюдо, в любой, даже какую-то сладкую выпечку, кондитерскую, нужно положить немножко соли. Соль придает, обостряет она вкусовые качества всех ингредиентов. Все тщательно перемешали. И сейчас добавлю муки. Пару ложек, я думаю, хватит. Включаю плиту. Наливаю воду.
тарелку прохладную. Разогретую сковородку. Подождем немножко. Разогреется. Мочим руки. Приступаем к лепке. Мочим, чтобы к рукам не прилипало. Семечки жарятся. Все, сырнички готовы. Можно пить чай.